Друзья, всем привет! Мы вновь на Ческоме. Якуб Пульпан. Логин моего соперника. Поехали. Стараюсь играть как можно быстрее. Вышли в караканчик. Довольно-таки надежные. Слон Е2 там, да, часто играют. Все эти поползновения меня не сильно интересуют. Так, это что такое? Что за слон G5? Ну давай так. Давай ферзем заберем. Лошадку на F6. Да, какой-то весьма оригинальный стиль у моего соперника. Ну да ладно. Ушел в 2-0. Пошел опять. Да, немножко сухостой, конечно, ну да ладно. И сухостоя можно соорудить конфетку, да, ладья F8. Реально, что за ноунейм, а? Простите меня за такую откровенность, но реально какие-то ноунеймы. Давайте даже на c7 поставлю. Да, пусть стоит. Конь d1. Куда-то собрался маленький мой. d4. Так, e5. f4, конь h5. Там, кстати, неприятная, да, будет песня. Конь e6. Коня можно на f4 привести. Конь на d1 оказался в ауте. b5. h4, чтобы там не было ничего. Ну и h6 плотно пошел. Просто переигрываю человека на самом деле. Кота рыпается еще. По старой памяти. Но я думаю, что это недолго все будет. Сейчас c5, c4. Заеду по полям. И будет нам... Ну, думает пока Якуб Пульпан. Конь H1, ёптвы, куда ты ходишь? Куда ты ходишь, родной? Давайте, H5, профилактика. Конь G4 не допускаю. Да, и пошли C4. Я не совсем понимаю, что за маневры у него... Да, ладья c8. f4. Все-таки куда-то он понесся, да? Так, давай меняться. Я думаю, что он откажет. Да, что и требовалось доказать. Но окей. Так, здесь я заберу. И коня на e5 я поставлю. Так, ну что, хорошо, стою. CD, ладья c2, это в принципе, наверное, угроза. DC, BC обязательно. Ладья cd8, d3. Да, куда-то туда. С конем на e5 у меня не может быть проблем. Так, ну это все уже. Это все уже. Сейчас b7 пока напал на b2. Может быть и сожру. Да, не, ну d3 надо ходить. d3, d2. Ой-ой-ой-ой-ой. d3. Конь d3. Так, конь g4. Наверное, хорошо. Так, FSB6 пока мест. H3. Так, ну там я пешку. Бам-бам-бам, D2. Да, мне кажется, что можно так пойти. И конь E3, да, похоже на конец.
Да, так. Ну, кстати, можно и не бить. Fsd6 можно пойти подменять эти фигурки. Давайте f5. Gf. Никуда я не тороплюсь. Мы везде, друзья, успеем. Так, ага. Да, ну может быть я, кстати говоря, может быть надо было и забрать. Но и так неплохо. Да, и теперь уже ферзя надо ставить. Так, можно, куда ж ты, мой маленький, а? Куда ж тебя несет, малыш? Да, ну вот так вот завершилась партия. Ну, был переигран и уничтожен. Заслуженная победа. Ну, немножко странно он играл, этот Якуб. Надеюсь, вам понравилась данная партия. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо и до новых встреч.